Ветераны в годы Великой Отечественной войны, жившие и оборонявшие Ленинград, в ноябре получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Она приурочена к 80-й годовщине открытия дороги жизни, транспортной магистрали через Ладожское озеро, которая в то время связывала блокадный город с тылом страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Пособие выплатят гражданам, награжденным медалью за оборону Ленинграда и знаком «Житель блокадного Ленинграда». Таких в нашем регионе на данный момент 55 человек. Они вместе с пенсией в ноябре получат вот эту единовременную выплату. Никаких заявлений писать не надо, обращаться никуда не надо. Мы сделали это все самостоятельно, выбрали. Они у нас все на учете, на пофамильном. Все выплаты, которые даты доставки пенсии приходятся на период после 20 ноября, они будут осуществлены чуть пораньше, в период с 15 до 20. Только то есть этим людям. Только этим людям, а всем остальным по графику вместе с пенсией. По такому же принципу будет осуществляться выплата и тем, кто получает пенсию в кредитных учреждениях. До 20 ноября деньги перечислят всем блокадникам. Если же ветеран по каким-либо причинам не сможет получить их в ноябре, доставку перенесут на декабрь.